Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, сегодня мы поговорим с вами о 29 декабря и хотим вам сказать о том, что этот день является весьма успешным. Но это будет при условии, если мы будем знать, как воспользоваться теми советами и рекомендациями, которые нам приготовил этот день. И вы знаете, 29 декабря считается довольно важной датой. И почему? Потому что в этот день люди праздновали день Агея Инесева, который посвящался святому и пророку Агею. Ну, конечно, вы спросите, ну хорошо, есть святой, ну а почему же тогда 29 декабря считается успешным днем? Все дело в том, что святой Агей считается покровителем чистоты нашей души. То есть он борется за то, чтобы мы с вами стали только на правильную сторону и могли потом отправиться на небо. По этой причине наши предки в этот день молились на святого, чтобы он мог помочь нам не свернуть с правильного пути, а также поддержал нас в избавлении от соблазнов и ослабил темную сторону нашей личности. И очень хорошо, если в этот день, 29 декабря, рождался ребенок, потому что традиционно ему ставили в церкви свечку и молились на его здоровье. И люди верили, что в этот день таким деткам суждено было стать влиятельными и успешными людьми, которые даже могут изменить этот мир. Важен и тот факт, что святой Агей считался невероятно добрым и справедливым человеком. В любой ситуации вы к нему можете обратиться с просьбой, и он окажет вам поддержку. К тому же, если вы давно прикладывали усилия, старались для того, чтобы достигнуть чего-то, именно в этот день, 29 декабря, вы заметно будете двигаться вперед. Конечно же, главное здесь не сомневаться в себе. И Агей поддержит ваше любое решение и поможет прыгнуть выше головы. Но, конечно же, и у вас должна быть уверенность в том, что вы действительно способны прыгнуть выше головы и заслуживаете самой лучшей награды. И, друзья, сегодня в такой прекрасный день мы с вами проведем практику на то, чтобы был достаток в вашем доме. Обязательно 29 декабря пересчитайте деньги в вашем доме. Просто желательно это делать до захода солнца. Пересчитали, а потом разложили по местам. Также сегодня на непрерывный рост удачи и денег обязательно проведите такую практику. Вам нужно взять кусочек хлеба. Здесь не имеет значения, вы купили целую буханку или не купили целую именно в этот день. Может быть, у вас есть остаток с прошлого дня. Вам нужно взять, отломить кусочек хлеба и три раза прошептать следующие слова. В землю зерно упало, взросло ростком, колосом зазолотилось, хлебом оборотилось. Как волю в поля хлеба, так и у меня денег до неба. Как растут хлеба да колосятся, так и деньги мои растут да прибавляются. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, на этот кусочек хлеба нужно сказать три раза эти слова. Ну а после заговоренный хлеб нужно будет съесть. Если вы хотите делать это и на членов семьи, то каждый должен отломить кусочек и сам за себя провести эту практику.